Перейдем к новостям спорта. В областном центре состоялся открытый чемпионат по фигурному катанию на Кубок Акима города Усть-Каменогорска. Этот вид спорта сейчас активно развивается в нашей стране во многом благодаря талантливым спортсменам. На льду Дворца спорта имени Бориса Александрова более 100 юных фигуристов представили по-настоящему профессиональные номера. За яркими и динамичными выступлениями наблюдали мои коллеги. Фигурное катание – изящный, экспрессивный и красивый вид спорта. Для юных спортсменок, которые делают лишь первые шаги к помостам победителей, сегодня важный день. В сказочных костюмах под мелодичную музыку фигуристки готовятся покорять публику Восточного Казахстана. Цель соревнований – развитие фигурного катания в регионе. У нас есть клуб «Звездный», а также в юношеской спортивной школе есть возможность заниматься фигурным катанием. Поэтому мы стараемся организовывать больше соревнований, приглашать юных спортсменов со всего Казахстана, чтобы спорт развивался, а фигуристки были готовы представлять страну на мировой арене. Для участия в чемпионате прибыли спортсмены со всей республики. Дети соревновались в разрядах от первого юношеского до мастеров спорта. Принимают участие более 100 спортсменов от 3,5 лет. Они выступают по младшим разрядам. Кто-то делает первые шаги, кто-то защищает свои разряды более старшего возраста. Но хочется отметить, что уже большое количество мальчиков пришло в фигурное катание. Блестящее катание еще совсем маленьких фигуристов никого не оставило равнодушным. Хрупкие и грациозные эти дети, тем не менее, имеют железную волю, невероятный стержень и характер настоящих бойцов. Я уже в этом спорте около 11 лет, защитила кандидат мастера спорта. Соревнования проходят просто восхитительно, организация супер. Несмотря на ошибки и падения, юные спортсмены сохраняли силу духа до самого конца. Ведь таким и должен быть фигурист, почти хрустальным снаружи и железным внутри. Победители и проигравшие есть в каждом спорте. Но важны не медали и кубки, а опыт, полученный во время преодоления себя. На соревнования приехали и фигуристы тренера Аружана Кановой, которая воспитала немало чемпионов республиканского масштаба. Мы привезли на соревнования 6 спортсменов. Подготовили фигуристов с самого младшего возраста до 2-го спортивного разряда. Мы приезжаем на соревнования в Усть-Каменогорск 2-й год подряд. Хочу отметить очень хорошую организацию. В завершении чемпионата юных фигуристов наградили медалями и памятными подарками.